Так, приготовили инструменты. Значит, резак обязательно должен быть острым. Второй резак тоже пригодится. Прищепку. Фум-лента в строительном магазине продается. И лезвие можно вот такое вот где-нибудь купить. Еще продаются в ларьках, там где газетки есть. И обязательно привой и подвой должны быть одного размера, желательно толщины. Так, обязательно продезинфицируем все предметы, которые у нас есть. Обязательно лезвие. Обязательно все острые предметы, которыми мы будем резать. Это можно, конечно, не делать, но мы сделаем. Вот. И начнем резать. Так, наверное, если я один уберу. Где-то, наверное, вот так. Срезали вообще все. Верху и внутри. Дальше посередине делаем разрез где-то 2 сантиметра, наверное. Не совсем, конечно, посередине, но как раз. Пойдешь. И можно пока что прищипнуть. Нет, это слишком, наверное, будет. Вот так. Прищипнуть, чтобы не сохло. Чтобы не сохло, да. Дальше. Берем подвой. Так, привой, точнее. Черенок. Ну, это вот здесь. Да? Ну, мы срезаем повыше, потому что немножко толще у нас, поэтому мы чуть-чуть его режем. И он длинный, да? Поэтому, ну, здесь самое тонкое место. Да, срезаем для того, чтобы он сошелся с подвоем. Угу. Как раз, кстати, да, мне кажется. И очень быстренько начинаем. Так, не пришли. Еще боюсь срезать лишнего. И обязательно нужно, чтобы все слои, которые есть, совмещались. Если даже один слой не попадет, то второй обязательно должен попасть именно с разрезом. Ну, хотя тут, в принципе, практически все это. Прям вровень, да? Чуть-чуть опусти. Дальше не идет. Главное, чтобы он прям тютелька в тютельку был. Чего ж ты я своими руками сделал? Ничего. Можно все. Все. Все, теперь заранее подготовлено. Сейчас можно я скажу? Да. Важно, если подвой шире, толще, чем привой, да, то есть можно так, может быть такое, то мы на одну сторону, то есть мы совмещаем камбиральный слой с одной стороны. Здесь он может быть шире, да? Самое главное, вот совместить одну сторону. Но здесь, так как одинаковое, то оно прямо по двум сторонам сошлось идеально. Угу.
Все, и быстренько это все дело приматываем аккуратно, чтобы не сдвинуть эти слои. Очень крепко. В принципе, сейчас весна, я думаю, что тут мёртвый укоренится. Ты говорила еще, чтобы фум-лента, да, по земле не волочилась, когда выворачиваешь, желательно, да. Ну, особенно, когда первый слой наматываешь, то, да. Вот как прям тяни ее потуже, чтобы, то есть да, там прям люблю. Стволик, да, прям он прям соединился. И для крепкого этого теперь... Да. Теперь берем прищепку, и прищепка как раз его... Прищепка, ну, она все равно слабая, мне кажется. Ну, крепкую прищепку, короче. Ну да, она такая, не очень. Ну, это как раз будет. А, кстати, еще желательно за день примерно чуть-чуть полить цветок, чтобы не был пересушен, но и не был политый, да, сильно влажный. Все. И также все это дело под пакет. Или под бутылку. Или бутылку. Или вообще кому как удобно. Создать, в общем, влажные условия тепличкой. Вот, резинка у меня там. И обычно какой-нибудь резинкой. Здесь, значит, нет, здесь нет. А, ну нет, она плохая. Там она порванная. И все, в принципе. Когда резинкой здесь, значит, подделаешь немножко туда воздуха запустить, чтобы, ну, как углекислый газ был, закрыть. И раз в два дня открывать, просто проветривать. На минутку. Да, там на минуту, на две. Ну, просто как бы открыть там. И все, и закрыть потом. Все. Какой сорт-то прививали? Колхоз. Отлично.